На период празднования крещения в Херсонесском музее изменен график работы. 18 января музей работает с 7 утра до 8 вечера. Допуск посетителей прекращается в 19:30 на центральной входной группе и в 17:30 на западном входе. 19 января музей работает с 6:30 до 8 вечера. Допуск посетителей прекращается в 19:30 на центральной входной группе и в 17:30 на западном входе. 18 и 19 января вход посетителей после 17:30 осуществляется только через центральные ворота. Вход на территорию музея-заповедника 18 и 19 января для всех посетителей по бесплатным билетам. В эти дни до 9 утра вход свободный.